Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня у меня три мелких пакета приехало с Алиэкспресса. Давайте их вскрывать. Внутри я ждал аксессуары для 7-го айфона. Так, это вот такой чехольчик симпатичный розовый. Так, здесь тоже чехол, тоже розовый. Немножко вот упаковка повредилась. На видео даже выглядит как белый практически, но он на самом деле нежно-нежно розовый. Так, а в этой коробочке находится, если надоедят чехлы, то здесь находятся карбоновые наклеечки на заднюю стенку. Вот так они выглядят. Видите, такая структура. Карбоновая, похожая. Хорошо защищает от царапин. Стоит очень дешево. То есть вот здесь 10 таких наклеек, которые можно менять, когда они поцарапаются сами. И стоят они буквально пару баксов. И здесь вот такие салфетки, чтобы их наклеивать на обезжиренную поверхность, которая салфеточкой протирается. Вот так это я отложу в сторонку, а чехлы буду мерить. В общем, оба чехла розового цвета доехали. Так, единственное, так, оба должны подходить. В данный момент надет вот такой прозрачный чехол с зимней тематикой. Так смотрится розовый. Приятная поверхность, не очень скользкая. Soft touch пластик такой, тактильно симпатичный. Бока закрыты, кнопочки все в доступе. Здесь также кнопки и переключатель mute. Сверху также вот эти уголки защищены. Попробуем второй одеть. А, это на 6-й iPhone, к сожалению, чехол. Поэтому он по габаритам он подходит, но камера не на месте, поэтому этот чехол использоваться не будет, конечно. Оставим его вот в этом розовом чехольчике. Вот такой чехол, который можно смело рекомендовать. Здесь все в порядке. Это именно на седьмую версию. Не плюс, а просто iPhone 7. Тот, который более компактен. Вот такая маленькая распаковка. Ставьте лайк, если вам понравилось. На все чехлы, которые подходят для iPhone 7, ссылки будут внизу в описании к этому видео. Если вам нравится смотреть распаковки товаров, разнообразных товаров из Китая, с Gearbest'а и с Алиэкспресса, то вот здесь слева подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.